Сегодня было очень много людей, мы, так сказать, хотели сделать такой некий финальный рывок с фильмом «Клич» в соцсетях, с призывом, в общем-то, людям помочь, ну, поскольку последние выходные, как бы уже вторая неделя, надежды остается все меньше, и как бы вот, все силы собрать, скажем так, и приехать. Приехало очень много людей тут вместе с сотрудниками полиции, там СКА и всех служб было, ну, наверное, порядка 250 человек, потому что только добровольцев было 150. Вот. Еще раз заново прошли полностью все от места пропажи, все возможные и невозможные места, соответственно, все, которые... Там, у всех возникали вопросы по этому поводу, да, там еще раз все это прошли, причем приехали люди, которые, может быть, также задавались этими вопросами, могли лично поучаствовать, там эти погреба посмотреть, заброшки и все остальное. В общем, люди выложились сегодня на все 150%. К сожалению, результата нет. Осталась небольшая группа вот сейчас в ночь. Мы завтра посмотрим, что у нас такие наиболее вопросные такие места остались, и попробуем по ним еще разочек пройтись, ну, чтобы у нас вообще как бы не оставалось белых пятен, хотя белых, наверное, уже нет, ну, каких-то серых, наверное.